мемориальный памятный знак в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении города Бобруйска, был установлен 9 мая 2005 в честь 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. На бетонной колонне, срезанной под углом 45 градусов, в направлении моста через реку Березина расположен якорь, изготовленный из стали, который используется для обшивки боевых катеров. Здесь же установлена мемориальная доска с надписью «Морякам Днепровской военной флотилии, погибших при освобождении города Бобруйска». Круг вокруг памятника выложен мраморной крошкой. Автор проекта – Эдуард Константинович Агунович.